Друзья, всем доброе утро. Так, сегодня 12. 12 мая 2022 года. Раннее утро, 5 часов утра. Сезон ураганов вроде закончился. Вот сегодня тихое утро. Вчера ребята все обловились, много было отчетов в нашей группе в Телеграм. Кстати, всех приглашаю, ссылочка будет под видео. Неформальное общение людей, больных мормышингом. Ну и вообще ультралегким спиннингом. Там у нас много всякого народа. Так, новый водоем для меня. И очередная версия телескопа 129 сантиметров. Муха с последней рыбалки. Белая, 0,2 грамма. Сейчас начнем знакомство. С водоемом. Есть. О. А вот и карасик. Второй, который уже попался. Берет, хорошо. Есть. Вот тут под берегом клюет. Ага. Я думаю, что это такое? Так, первая моя плотва. На эту муху. Отлично. Так. Ну, спиннинг более сбалансированный, но, к сожалению, уголь не тот, что был у меня на предыдущей версии. И он более глухой. Жаль. Очень жаль. Так, у меня тут какая-то борода образовалась, петля. Это плохо. Спасибо. Давай, плотвичка. Под самыми ногами, ничего себе. Тут вообще королевское какое-то место. Гинекологическое кресло. Бьянка, рогатка. Наверняка тут что-то не видно следов прикормки. Неужели не кормили? Сейчас узнаем. Есть. Кормили. Пом плотва мелкая. Нет, карась. Карась небольшая. Точно, королевское место было закормлено. Ну какой малышка. Так, муха. Это петли-то, ветра нету. Так, ребята.
Любой тонкий шнур будет путаться и бросать петли. Надо за ним следить. На любой катушке. Вот сегодня ветра нету. Катушка у меня весьма небюджетная. Ванквиш, да? И все равно вторая петля. Опа, блин, была поклевка. Видимо, не крупная плотвичка. Я не буду уменьшаться по мухе, хотя могу сделать и меньше. Поставить и меньше. Будем пытаться покрупнее поймать. Вот, блин. Давай. Карась буйный все стал. Ну, конечно, он тут все распугает. На такой глубине в полметра. Можно сразу менять точку. Получится тебе без подсака? Или это опасно на вес? Не, нормально. Аккуратненько. Схватил прямо на падении. Давай. Вот он. На черную муху. Так, ну тебя нафиг. Возьми какой-то подсачник. Это у нас уже 8-го. Спасибо. Давай. Есть. Вот и розовую мушку развалили. Отлично. Да, ну вываживаем карасик, красавец. Уже красавец. Спасибо. Давай. Их, блин, сошел. Нет. Короче, он себя ведет сегодня очень странно. Очень странно. Ну вот, да, розовая мушка. Однозначно эффективней. Эффективней. Нежели черная. Две поклевки, две поимки. Спасибо. Так, ребят, ну что, розовая тоже поймал чего-то. Тут у меня две рыбки, по-моему, да? Меняю ее на белую. Белая вроде бы как самая эффективная. Есть.
стал делать более медленную проводку, долго поклевок не было. И получил карася на месте пузырения. Это 11-я рыбка и 10-й карась. Опять, ребята, ни хрена не снял, 20 рыбок вышел на итог. Сегодня 20 рыбок. Все на белые мушки в основном. Вот сейчас 0,15 грамм ловлю. 3 карася поймал. Есть еще один. Так, это вот я хоть снял. Этого я снял. Угу. Четвертый здесь уже. Четвертый. И все стандартные. Очень интересно на муху. 0,15. Ведешь ее рывками. В толще. Ну, как это толщина? Толще. Тут 10 сантиметров глубина. Первый. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то, Андрюха. Поймал карася. Ой, слушай, это самый большой сегодня. Здесь, а? Смотри, какой красавчик. Ну, это достоин фотки. Давай макро. Есть. Андрюха, зря ты муху бережешь, говорю. Ловил бы на нее. Дарил Андрею муху, он ее бережет зачем-то. Андрюх, поехали, да? Хорошо, конечно, но надо ехать, ребенка в школу забирать.